Вас тут орудует снайпер олимпийского класса. Каждый выстрел нашел свою цель. Ни гильз, ни патронов, ни единого отпечатка пальца. Снимайте. Все лица фиксируйте на телефон. Он не хочет умереть. И он не хочет, чтобы его нашли. Мы его огорчим. Такие люди – просто чистое зло, и все. Зло – это мучить птиц и смотреть, что будет. А он давит комаров. Что вы имели в виду про комаров? Не думаю, что он ищет разрушений. Скорее, облегчение. Как вас зовут? Элинор Фалко, сэр. Она с нами? Я попросил о твоем переводе. Я буду работать на бюро? Тебе уже отказывало бюро. Ты не прошла психологическую оценку. Агрессия, зависимость и антисоциальность. Черты тех, кого мы арестовываем, а не нанимаем. Я вижу в тебе талант. Я хочу, чтобы ты использовал его, чтобы дать мне новые зацепки. И скорее. Этот парень в спирали разрушения. Ты должна последовать за ним. Они разных полов, разных рас. Никакой схемы. Кто-то обучал его, кто-то любил его, кто-то продал ему оружие. Найдем их. Найдем убийцу. Я вижу две причины, почему ты, возможно, просчитала его. ФБР! Бросайте оружие! Почему я должен играть по вашим правилам? Меня взяли, потому что думали, что я понимаю тебя. И как успехи? Ну, я здесь. «Мизантроп» в кинотеатрах с 20 апреля.